Друзья, всем привет! Зимними вечерами, подготавливаясь к весенней рыбалке, заинтересовался кастинговой сетью. Но что заметил интересное, много видео очень на ютубе, и каждый вяжет, как его научил дед, или где-то он что-то вычитал, либо он собрал всю информацию и что-то там какое-то свое придумал. Кто-то вяжет там с первого трубу, там сколько-то ячеек, потом добавляет, потом опять, то есть получается, труба из трубы выходит, кто-то вяжет пирамидой, кто-то вяжет, я так понял, до одного парня смотрел, вяжет у него вообще, получается, по его схеме, просто блин. И как же мы этим блином поймаем рыбу? Сама, по сути, что такое кастинговая сеть? Ее называют накидкой, парашютом, да? Вот этот парашют, слово, меня очень заинтересовало. И я начал искать схему вязки вот именно парашютом. Парашют – это купол, да? У нас купол. Это получается, по идее, шар, и усеченный шар, половина диаметра шара. К сожалению, таких схем я не нашел. Математически рассчитывать, ну, извините, это не мое. Я больше владею 3D-программами и решил для себя заняться вязкой именно сети парашюта купольного типа. Чтобы рассчитать, я построю купол в 3D-программе. Использовать я буду программу DS3D Салон Производства. Эта программа заточена для производства мебели, но мне ее будет достаточно, чтобы построить примитив в виде шара, поделить его на сектора. То есть достаточно мне будет создать примитив, сферу, и уже исходя из этой сферы строить свою кастинговую сеть. В конце видео я напишу вам количество рядов, количество ячеек и сколько потребуется для этого там, либо лески, либо плетен. Ребята, что я вам хочу сказать?
не знаю, на мою кастинговую сеть, я уже даже сам не рассчитываю. Либо я кидать не умею, она большая, базара нет. Я ее кидал, она не раскрывается. А по сути, вот смотрите, как она выглядит. Достаточно такая огромная. Ну сколько? Ну 6 метров точно. Не меньше в диаметре. Но я ее не могу кинуть, я не понимаю. Она слишком тяжелая, во-первых, получилась. 2 кило 800 груза. Я не знаю. Будем тренироваться.